Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. С вами я, Скиф, мы продолжаем играть в Don't Starve Кораблекрушение. И у нас задача какая? У нас задача исследовать по-прежнему мир, найти пару для Дойдо, и надо эту, кстати, высадить. И в этом нам поможет, как обычно, кофе. Кофе помогает быстро передвигаться, и нам бы неплохо травы, кстати, запасти. А еще пепел нам нужен, потому что часть кустов уже успешно посохла. Но будем решать проблемы по мере их наступления, да? Поэтому пока просто собираем то, что тут доступно рядом. Так, трава вот в этом краю, в принципе, в изобилии. Ну, более-менее такое изобилие. Поэтому пособираем сколько сможем, пока есть время. Так, сейчас ночь, у нас бутылочный фонарь есть, поэтому нам ночь не страшна. И я думаю, нужно молот выложить, он нам только инвентарь забивает. Сейчас необходимость в нем отпала пока что. И тут этот один порось живет. Кстати, я ему шапку хотел сделать, так и забыл. Но мы ее пока не можем сделать. Бамбук весь потратили. В частности, мы за бамбуком поплывем. Сюда вот до духу высадим. К поросенку. А нет, вот сюда высадим, да. А за бамбуком мы поплывем куда-то, куда-то. Вот сюда явно, да. Тут его дофигища просто. Ну а пока ночь, надо что еще сделать? Нужно хотя бы еще немножко еды запасти. Цилиндр живучий. Цилиндр у нас пока есть. Позволяет хоть как-то компенсировать потерю нам рассудка. И начали, кстати, в прошлой серии ограждать мешками с песком нашу базу. Вроде как пишут, что это помогает. Раньше не помогало, но вдруг что-то изменилось. Ну, изменилось-то много на самом деле. Может, в частности, и это изменилось. Окей, сколько мы кружек кофе сможем? Две сделать. Разбодяжить нечем. Ну, хотя бы сколько-то. Додоха тут опять немножко голодает. А где у меня лодка? У нас с этой стороны, в принципе, пришвартована достаточно рядом. Появились еще наши первые грядки. Что тоже неплохо. Давай еще кофе. Так, это мы все выложили. Что нам пригодится в дороге там? Ну, вроде все мы взяли. Мачете понадобится, очевидно. Срубать бамбук. Ну, вроде ничего особо такого больше не нужно. Ну, еды еще сделаем. И семечки теперь надо собирать периодически хотя бы. Мне вот интересно все равно, как вот эти же еще проходы остаются. Возможно, их придется заделывать. Ну да ладно, так. Додоха как бы не склеилась. Давайте по-хитрому поступим. Мне тут где-то есть ресурсы. Вот отсюда, к примеру. Все, погнали. Тыкс. Все, отлично. Немножечко неправильно, конечно. Или нет, все нормально, в принципе, через верх. Хорошая идея проплыть. И закинуть додоху на тот островок все-таки уже. Водоросли бы тоже неплохо пособирать, но не до этого. Вау! А вот мокнуть нежелательно совсем. Так, ой. Неприятность. Ой, еще неприятность. Че их тут так много-то? Тут, кстати, песка много. Давайте песка нароем. У нас может быть дефицит внезапный песка, в частности. Так-с.
Жалко, конечно, кофе на все это тратить, но что поделать. Мы все равно сейчас вот на этот остров поплывем, там куча просто бамбука. Будем добывать там бамбук и потом еще одну кофе потратим на то, чтобы окрестности подразведать, насколько это возможно будет. Да, уже вот эти волны гигантские появились, но не странно, у нас уже к концу подходит относительно спокойное время. Ну, наиболее спокойное, которое есть в кораблекрушении. И у нас будут ветра, дожди и тому подобные гадости происходить. Так, а чё тут всё посохло-то, в честь чего? Так, вот это вообще не весело. Синий гриб. Запас я бамбука. А, ну тут ты. Зеленые грибы есть. Так. О, собаки. Твою налево, ну. Так, ага, у меня чудо-скорость кончилась. Давайте вот эти цветочки соберем. Подождем собак. И свалим нафиг. Ау. Свалим с этого острова. Ау. Нафиг этих животных. Блин, ну я думал, что как бы проблему с бамбуком я решу именно на этом острове. Но походу может быть на соседнем. Чё вас так много-то, а? Скацкунцев этих, смотрите, просто что-то они заполонили планету, что за фигня? Ай-яй-яй-яй-яй, еще и волна. Жаль, что Пакимон до сих пор так и нет у нас. Паким бы, конечно, нам упростил жизнь в общем и целом. Так, и зеленые грибы нам, кстати, жизнь упростят. Так, ты ж не должен драться, ты ж вроде мирный, бро. Да вон те не мирные. А рыболов-то мирный, он в доску свой просто, чувак. Так, этот ресурс мы сюда закинем. Так, ну чё, серьезно, а куда, почему ничего не выросло? Почему здесь ничего нет? В чем подвох? Ну давайте-ка кофе шиндарахнем. Полетели вверх. Просто тупо нет бамбука. В чем подвох? Сейчас, правда, темень опять будет. Так, ну мы движемся зато на остров, который мы не исследовали, по которому имеет смысл пробежаться, и на котором есть бамбука. Ну, вроде как есть, может, опять же, не выросший еще почему-то. Я пытался, да. Нам бы просохнуть, опять же, не мешало бы. А, биолюминесценция. Так, а здесь есть бамбук. Так, ну давайте пока разведкой займемся. Пока скорость. Рассудок потом восстановим и просушимся. Посмотрим, вдруг здесь что-то есть. Тем более пока что у нас полнолуние. Почему бы не поплавать? По крайней... А, надо было еще посох. Посох, который управляет ветрами, взять, чтобы быстрее плавать. Да, тут конец карты.
То есть там, скорее всего, нифига. А, папа! Ну, окей. Давайте взглянем, куда нас переместит. Не финтаси. Это по какой такой схеме? Так, ладно, обратно. И отплывем от края. Ух ты ж, как виртуозно эту волну обогнул. Так бы всегда просто. Я хочу здесь немножко разведывать. Пока сила кофе со мной. Походу, она меня скоро покинет. И меня сейчас рассудок покинет. Черт. Так, ладно, все, вверх. Будем цветы собирать, грибы жарить. А, мне еще за переходы из края в край карты, походу, рассудка же минусанули. Да. Не очень получилось. Сушимся. Ну и все, в принципе. Осталось только досушиться, и все окей у нас с рассудком, ну, на ближайшее время. Да, за одно действие кофе кончилось. Плюс еще мы, конечно же, цветы можем пособирать, пока бегаем. И, возможно, пауков поубивать. В принципе, паутины чересчур много-то тоже не бывает. А, блин, там обезьяны... Черт, они нас спалят. Да, бамбука пока что мало на самом деле. Согрелись. Давайте, наверное, один этот размотаем, попробуем. Паучье логово одно. Идите сюда. По-моему, виртуозно от обоих отхватил. Как-то не по плану слегка. Так, окей. По крайней мере, нас пока что обезьянки не спалили. И мы уже успели подзапасти паутины. Твою налево. А вот, походу, и спалили. 9 паутины зато, тем не менее. По-моему, это отличный результат. И я бы еще грибов зеленых хотел пособирать. Офигительная вещь. Единственное, что там вот эти вот гавры лазят, которые агрятся, когда не стоит. Так, отлично. Долбих обезьяны. Но тут пауков, правда, дофигища. Можно их попытаться пауками отвлечь как-то. Ну чё-то им пофиг, короче, на пауков, я так понял. Да. Хватит. Не ожидал, что просто меня столько раз атакуют. Но они, смотрите-ка, атаковали. Так, зеленый гриб. Так, зеленый и зеленый. Не, зеленые грибы просто офигительны, конечно. Очень полезно.
Ну, еще зеленые. Ну и хватит, я думаю. Это наши проблемы с рассудком некоторое время позволит решать. В принципе, нам этого хватит. Я еще смотрю кость Пакима этого. Может, она где-то здесь. Хотя я ее стопудовски не замечу, конечно. Слишком тут много всякой фигни происходит. Так, ладно, я думаю, мы более-менее бамбука запасли. Насколько это было возможно. Сейчас по дороге еще, может, парочку срубим. Да надо уже на базу валить. Плюс еще у нас паутины удалось подзапасти и песка. Я думаю, это более чем неплохо. Так, меняем на оружие. Насколько далеко мы, кстати, да, от нашего острова? Достаточно. Ну, серьезно. Я ж пытался увернуться. В принципе... Плюс этой ночи в том, что опять же должно быть полнолуние. У нас оно уже вроде только один раз было. Ну то есть одно полнолуние. По идее должно быть второе следом же, да? Блин, а? Столько дофигища биолюминесценции. Ну-ка, давайте косачок сделаем. У меня ж паутина-то есть. Чё я туплю-то? Все, иди сюда. Можно еще, конечно, с сеткой вроде ловить этой рыболовной-то. Но ее еще тоже сделать нужно. Что там на нее нужно делать, кстати? Три веревки. Ну, можно и как бы ей пользоваться, в принципе, не так затратно. Но в любом случае, стоит вот это и вот это заправить. Интересно, биолюминесценция это восполняемый ресурс? Ее можно тупо всю собрать на карте, чтобы ее не было вообще? И нам надо лодку чем-то чинить. Надо уже об этом вплотную так задуматься. Так, здесь наша додоха живет. О, волны. И попробовать бы еще крякина призвать опять-таки же. Блин, вот в такие волны с ним бороться не очень. Так, а если я бутылконосов атакую, они скорее всего всем стадом уничтожат просто. Поэтому, наверное, это плохая идея. Что мы не разведали у нас? Здесь небольшая часть. Но здесь вот, по-моему, край карты. Здесь тоже вот небольшая часть. Здесь, возможно, где-то. Где-то еще. Вот одна эта доедой живет. Вот как ее, блин, найти теперь? Конечно, а то еще занятие. Сейчас надо посох не забудь взять, который будет ветер подстраивать под нас. И это должно быть неплохо вроде как, кстати. Кораллы тоже имеет смысл, наверное, собирать все-таки. Ну и водоросли, опять же. Водоросли просто потому, что халявный ресурс. И шапку надо сделать, кстати, свину. Сейчас не забыть. Поскинем все ресурсы, и надо сразу ее замутить.
что она там нас требует еще раз посмотреть. Блин, а может и не удастся. Сейчас ткань уйдет на постройку этих мешков из песка. Воу. Был попугай, нет попугая. Отлично. Ну и, кстати, траву всякую тоже можно собирать. Не так-то у нас ее много. Да и веток. Вообще, вот эти цветы можешь поистреблять. Чего их так много? Так, сюда. Так, а где паутина у нас? Чёрт, где, походу, пьеса? Чё ты тут забыла? Давай, наверное, куда-то сюда поближе, чтобы как-то проще было ориентироваться. Грибы мы сюда тоже закинем. Биолюминесценция у нас здесь была. Песок был здесь, ну пока что будет здесь. Давайте ткань. Опять-таки же 6 тканей делаем. Это скидываем. Это не особо много на самом деле мешков. Давайте все-таки, наверное, заделаем вот так. По идее у нас получается вот так, да? Да по-хорошему можно вот так заделать. Все, по идее. У нас тут 2 входа осталось на базу. Здесь у нас такое убежище местное. Небольшое. Набор для шитья. 8 паутин и 2 клыка. Это мы тоже можем сделать. С паутиной у нас относительно решенный вопрос. Все, у нас набор готов, отлично. Что мы зашить можем? Ну, цилиндр, который гибнет. А это, в принципе, нужный нам атрибут. Пока сюда закинуть. Там кукуруза уже успела вырасти. Так, вяленое мясо начинает пропадать потихоньку. Кукурузу соберем. Тут еще и дублон валяется. С едой вообще проблем нету. 91-й день, у нас с едой вообще нет проблем. Я думаю, надо, наверное, второй холодильник ставить. Очевидно, этот уже как бы не справляется. Как только я это скажу, у нас сразу место появляется. Надо почаще говорить, может, места больше будет. Так, здесь у нас дублончики. А, давайте посмотрим, что есть жировой костюм. Так, а, это вулканический посох, кстати. Он у меня пока что есть, но как-то не очень охота им пользоваться на самом-то деле. И давайте вот эту шапку возьмем. Починим и будем быстро-быстро плавать. Да забери ты. И вот этот вот посох возьмем. По идее, должен нам пригодиться хоть как-то. И, кстати, пока не забыли. Сразу еще сделать ремкомплект. Все у нас, по идее, то, что нам поможет как-то выживать первое время, да, находясь в открытом море, у нас есть. И бамбука не хватает, чтобы сделать достаточное количество ткани, кстати.
Но это тоже, по идее, можно решить. Давайте попробуем здесь где-нибудь бамбук срубить. Чтобы шапку сделать нашему поросенку. Ну, там же много-то не надо. Или достаточно много, в принципе. Три ткани это достаточно много на самом-то деле. Да, три ткани. Так, сюда. Тебя поставим светить пока что. Давайте три ткани. Три ткани, потом погнали. 10 дублонов нам нужно. Так, ладно, так и берем 10 дублонов. И что там костей сколько-то. Все, то есть с утра мы сможем дать ему эту шапку, чтобы он бегал. Дублоны сюда пока закидываем. Ну хорошо, хорошо, у нас в принципе все более-менее по плану движется. И у нас практически начался сезон ветров, после которого должно опять прийти тюльнада, кстати. Стоит об этом помнить. И я еще, кстати, хотел сделать большую подзорную трубу. Что там требуется для этого? Так, шкура свиньи нужна. По крайней мере, одна. А этого, кстати, нет. То есть надо еще шкур свиньи запасти. Да. Но окей, это не так сложно сделать. В любом случае, на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.